Почему к Украине было такое отношение? Who was your highest level contact with the U.S. government in this period? Я постоянно имел контакт с господином Байденом, вице-президентом. У меня были частые с ним телефонные переговоры. Но дело в том, что господин Байден говорил одно, а в Украине делали другое. В Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве. Мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали. И создавалось такое впечатление, что в посольстве Соединенных Штатов существует штаб, который управляет этим процессом. In early February of 2014, as the Maidan crisis was getting more violent, there was a phone call that was intercepted. It was a call between the Assistant Secretary of State for European Affairs, Victoria Nuland, and the U.S. Ambassador to Ukraine, Jeffrey Pyatt.